Надежда Красненко в выставке «Продажи сделано в Самаре» участвует второй год подряд. Она привезла сыры собственного производства. Рассказывает, сыроварением занимается уже 9 лет и сейчас производит 50 видов сыров. Наше производство началось, наверное, с коровы все-таки. У нас появилась корова, потому что у меня четверо детей, да, и я хотела своих детей кормить экологически чистыми продуктами. Потом, когда вторая, третья корова появилась, стал вопрос, а куда девать молоко, что с ним делать. И я начала ездить на обучение. Я много училась в Европе, я 2 раза бы училась в Италии, я училась во Франции, я училась в Москве у английского сыровара. И сейчас до сих пор еще учусь. Площадки для самарских производителей организовывают в городе регулярно. Чтобы представить свой товар, необходимо подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации. Для самарских субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, участие в выставке продажи бесплатное. Данная выставка, она как раз способна и популяризирует субъекты малого и среднего предпринимательства, помогая тем самым узнать бренды именно наших самарских товаропроизводителей и тех, кто оказывает услуги. Это очень активно развивает экономику, создает новые рабочие места, увеличивает и улучшает качество жизни населения. Площадки, где представлены товары местного производства, пользуются все большей популярностью у самарцев. Ну, мы знали, что сегодня день города, что будет выставка на площади Куйбышева, поэтому решили приехать посмотреть, что тут интересного будет, попробовать какую-то продукцию. Я знала, что здесь будет очень много местных производителей, то есть вот я с этой целью шла. В течение всего дня на выставке будут проводиться мастер-классы, дефиле и дегустации. Галина Топилина, Николай Сидоров, «События».